Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск «Моменты жизни». Периодически я вспоминаю, что помимо музыкальных образовательных роликов на канале у меня еще есть и влоговый формат под названием «Моменты жизни». Поэтому сегодня садись поудобней и погнали смотреть. «Моменты жизни». Посмотрите, Микушка, какая у нас стала стилевая кошечка. Она выпала в астрал куда-то. Модненькая такая. Модный приговор. Модный приговор, такая вот она у нас. Не только теперь грива, но и стильная кошечка, да? Сегодня у нас день народного единства, мы пошли, как мы думаем, надо эти выходные провести с пользой, куда-то выйти, пошли в наше любимое место Токио-Сити. А тут такие гаджики поставили, Юля, просто шмот, Юля. А все время зря терять. Правильно, пока я готовлюсь, мозг тренируется, понимаешь? Вообще мощная икона. До туза довести. Подключился Саша. Это. Собираем всей семьей. Все, а довольны? Бесплатный доступ. Мы... Все, закончилось. А нам надо платить? Да, за 180 рублей. Серьезно? Где это? Ты говорила, косынка, ты видишь ее? Не знаю. То есть ты тоже 5 минут там поиграешь? Вон косынка, пассианс гольф. Я таких не знаю. Мы пока гуляем после Токио. Пришли все в кабель-порт. Вот, тут вот эта будка автоматная есть. Или уже готовится все оружие. Как Тайра Бэнкс сейчас будет еще и глазками стрелять. Ура, мои фотки! Фоткай, фоткай, фоткай меня. Так, ну чё, два снимочка сейчас получим. У нас прям целый фотосет. Ребята, готовимся, забираем. Распечатано. Ой, как хорошо. Следующая трата денег. Или там уже на караоке засматривается. А тут вот можно сделать случайную книгу. Я сегодня в азарт просто уже вошла. Хочу. Посмотрим, что же выпадет. Тут надо выбрать... Давайте, нам нужно выбрать номер. Номер нам нужно выбрать. Цифры ударили в голову. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу, понимаешь? Так, 151 номера не было, взяли 155. Ставим ставки, что это может быть? Книга. Отлично. У меня рука застряла. Чё такая большая, я не прочитаю. На стороне перепадения к Константинополю. Такие вещи читаешь, блин. Не угадала. Это что-то историческое, это что? Прикольно. Да. Скажешь, потом я почитаю. Так, ну что сказать. Вот такая вот книжонка. Буду ли я ее читать, не знаю. Зато какой азарт. Или тоже решила. Ну-ка. Она выпала. Я еще гарантийный человечек не почитала. Вот именно. Раз говорю, она выпала. Вау, маленькая. Ну-кась. О, жизнь. Юль, прям для тебя. Для тебя прям. Моменты жизни. У нас есть такая тенденция в доме, ненужные вещи остаются на первом этаже, и кому они нужны, соответственно, могут забрать. И на этот раз, Колечка, продемонстрируй. A beautiful mess photo ID book. Она in English. Составь листа, поиграйся. Вот, get great family photo. С Микусей надо сделать из Бибуси. Ой, какие изыски. Your pet. Сашка говорит, что он $20 стоил в Канаде, где там написано это. Вот такая вот у нас штучка. Говорю, Юля, возьми. Такая память. Такое барахло. Блин, все, теперь ID будут. Идея сюда. Крутая, да? Ага. Но, блин, ты такие устаревшие, просто идея. Что хотела? Это ретика. Интересно, какого года она? 95 ID. 2007 год? Ну, Никто никогда не вернется в 2007 год. Зима, холода, я думала, сова. Сашки новая шапка. Слушай, так раньше же носили такие шапки с хвостом? Да, у меня такая же. Ой, какая прелесть. Новая коллекция зима-лето. Да. Сашка пошел мыться. Я стояла Микаэлу одну. И у него прям истерика, она прям орёт прям, понимаешь? Мяу. Моменты жизни. Ну что же, друзья мои, товарищи, запоминайте эти обои. Скучать по ним не будем. Начинается официально ремонт
Ура, ура! Мастерица Анжела будет все это красиво убирать, шлифовать и прочее, прочее. В будущем эта комната будет в студии, где вы работаете, снимать всякие видосики вам, чтобы это была локальная, то есть не приходилось ее постоянно переносить. Будем скучать по вот этим чудесным обоям, пол стены. Дальше, видимо, не хватило рулона. Вот так. В целом, Анжела, которая будет все это делать, ремонтики, сказала, что ремонт хороший, типа, стыковали по уголкам, поднесли, все так сделали чики-пики, типа чистенько выглядит, не убито, не разврат, потому что, говорит, я на объекты разные езжу, и говорит, ужас какой. Мы приехали сегодня со Шулечкой, потому что я купила заранее на вот этом ноябрьских 11.11 геймерское кресло, сегодня не должно ему принести, он его соберет, нет? Она любуется, Саша, это твое место силы. Все, Сашуся, хочешь, чтобы я была поскорее детка-геймер? Ой, ну-ка. Какая тянка! Так, как мне образовать? Как мне образовать? Я без понятия. О, хорошо. О, они регулируются. Опа, 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 оп. Первый присед на чудесный геймерский стул. Интересно, скажи примерно спасибо. Рычаг нажимаешь, а спина откидываешься. О, какая, смотри-ка. Все, отпускаешь, он зафиксируется. Он на вот так вот может чувствовать полностью. Надеюсь, спина болит не будет. День-два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Еще я куплю наушники с этими, и вообще будут камни сайпай нанимать. Присядем. У меня дома нет такого. Да. Ты как, тебе ощущения другие? Я тебе еще больше прикол скажу. Вот тут есть механизм. Ага. Ты нажимаешь вот так вот. Ага. В бок. Ага, что он делает? Да. Он вот так вот позволяет. Как кресло-качалку сделать. Прикол. Вот. Как раз для меня. У меня никогда такого не было. Ну все, все, ожидайте стримы. Моменты жизни. Сейчас все будет. Сашки пришли выбрать ужин и включили. Вроде бы хотели заказать ужин, получилось заказать песню. Сашка, у нас еще строитель там копатель онлайн. Я хочу забыть боль. Микушек? Сейчас все будет. У нас это клип. Мик. У нас сегодня просто концерт биты сильнейших. Я тут под этот трек входила в воду. Сашусь, как тебе? Люблю такой вкус. А сейчас курицы! Ты молишься? Да-да-да! Красотища, да? Возможно, это было моё количество тогда. Возможно, всё. Да, Олег Шопс, да. Новый день постройки, теперь написали же на полу. Ну что же, ну что же, ну что же. Иль, ну чё, как тебе ощущение, что это my room, my flat? Yeah, very good. Для полотенцев я думала, чтобы этот там держаться. Нет, это штука для полотенцев, висялка. Вот так вот мы в моей ванниче. Ну, наша будет его как поручень использовать. Она старая уже, крепит. Моется редко, ей будет метко. Это для нее испытание. Ну такая хорошенькая, ванночка светленькая. Выходи, выходи уже. Еще есть зеркало. Придется разбивать. Мне кажется, одного раза не собьем. Нет, я не буду смотреться. Ну все проклято. Так я посмотрела через призму, это как бы там она запечатала внутри. Сейчас смотришь на Нью-Йорк. Вон там женщина ходит. Нью-Йорк. Моменты жизни. Вот ты заказал вот это, покажи нам. Угу. Пришло. Диспойнт, разочарование. Я не разочарована. Все хорошо. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша, за шпрофин. За шпрофин. Ну, мед, ну, медиатина.
сентябре месяце наш общий друг Ярослав подарил нам ДНК-тест. У вас в руках настоящие ДНК-тесты на происхождение. И мы сейчас узнаем всю правду шоу. Кто из нас кто? Кто чем предрасположен болезням? Кто из нас по генетическому всякому национальному Ярослав, тесту? Кто из нас кто? Первый начнем с меня. Как Сабина, мы? Сабина. Этнический состав? У тебя четвероюродная сестра Сабина, Сабина. Мне известно, мне нужно знать, кто я. Итак, этнический Давай. Состав. Вот это поворот! Даша Мартвинка! Бурятия? Да ты бурятка, значит, у нас? Даниил, Даниил, Олег Житов. Боже мой, Дашуля. Ну тебя похож, Даша, из твоего родственник, что ли? Написано пятиюродный брат, ты его знала? 7 лет живет в Улан-Удэ. Мне интересно по заболеваниям, что у нас будет сегодня? У вас мутации. Вот это я понимаю! У вас 9 высоких, Даша, как ты живешь вообще? Как вы живете? Никак не ребенка не знаю. Психические расстройства там были! Алкоголизм! Ну да, у меня... Астма, смотри, как мы угадали тогда с астмой. Биполярное расстройство! Ну вот как будто... Альцгеймера! Даже я боюсь Альцгеймера. Это же деменция. Какой-то колоректальный рак, это что-то с жопой связано, Даша. Вот давай высокие риски. Рано радуемся. Гипертрофия миокарда. Нифига себе, 48%. Периодонтит. Блин, надо будет поизучать, ну фух, отлегло Альцгеймера, нет, сегодня отмена. Гандбол можешь играть, единоборство, тяжелая атлетика. Тяжелая атлетика. Давай посмотрим потом способности и характер, он еще есть. Да. Ну-ка, выдающийся. Узнаем, кто же я. За каждую грамоту получишь. Да, быстрота реакции, высокий уровень образования. Предпринимательство. Ну это про тебя, это про тебя. Это про меня. Ну вообще... Ты довольна своими результатами? На самом деле, да. Прям очень важно, ценно, интересно. Я еще почитаю про заболевания, буду да, еще больше вас стро. Да. Все-таки давай. Со здоровьем не шутят. Все, давай, Юля, давай, Юля давай. Сейчас у нас идет. 100%! Сто! Татарочка! Юля, поздравляю! Юля, ну ты вообще... Юля, улете, наконец-то. Кто-то сомневается теперь в моей татарности. Маме сфоткаешь потом, скажешь. У нее 1897 родственников. Говорила мало. У нее 1100. 193. Кто такой Разиль Ахмедзянов? Надо у мамы спросить, я не знаю. Реально у мамы спрошу, мама всех родственников знает. Все, у Юли пошло. Потому что Илюза Садыкова очень знакома, походу я ее знаю. Так это рубрика «Жди меня»? Марш Кыргызстан, Татарстан. Ну, вообще, прям попадание точно, в точку. Да. Мама, папа. Всё. Я 100% не ожидала. Это для меня шок. Я думаю, где-нибудь что-то помешано будет. О, никотиновая зависимость. Какую вы сдали? Видимо, зубная паста не спасла. Ой, 55%. Как страшно жить-то. Прикинь, в генах твоих заложено. Ну, а вот это не я. Это гены мои, понимаете? Я тоже думаю об этом, Юль. О, ну вот в 96 я брошу. Ну, думаю, да, хорошо. B12. Дефицит селена, лактоза. Непереносимость лактозы! Юля! Лактоза! Это ты позерка, а я этот бренный груз на себе тащу. Просто были шутки, что я там не приносила лактозу, глютен и прочее. Казалось, у Юли непереносимость. Вообще. Я сейчас сыр пою. А у тебя высыпание ты не наблюдала? Нет. Ну, теперь будешь наблюдать. Это все от молока у тебя, от сыра, все. Масла, от киндер-пингвина. Да. Бокс. А мне всего-то... Бокс и йогу какую-нибудь там... Юлька, ты реально выносливый у нас. Вы тут они ошиблись. Только у тебя две всего лишь почему-то. Это... Бокс и выносливость. Во время бокса терплю, видимо, все. Ну, про бокса неправильно подумать. Выдающиеся способности 6. Так. А что значит образная креативность? Это типа я классно выгляжу всегда? Ты как классная девчонка, на Пинтересте умеешь пользоваться. Ой, понравилось, порадовал меня этот тест. Теперь у нас идет Александр! Честно, рада, что очень ты татарка на 100%. Да. До сих пор, конечно, под вопросом, существовала ли ты Золотая Орда и татаро-монголы, на самом деле. Но я татарка. Да. Я в них не 100%. Я мы! Я так рада этому вообще. Кайф. Сейчас узнаем самую главную. Тайну века. Тайну. Кто он? Кто ты? Русская. Я говорила, татары тоже есть в тебе.
59% русский. Давай, я русский. Вот я могу говорить, что я русский. Я иду до конца. Вот именно. На 60 почти. Ну почти 60. Ну, я на 100% татар. Я могу сказать. У нас мордвинка. А ты? У нас то мордвинка. А я только на 30% намешанная. Ты потомок охотников. Лечивших лошадей. Первых женщин. Женщин западной Европы. Знаешь, как будто из это Игры престолов. Катина знает. 82% никотина. У меня еще больше. И ты не сломился. Ну, Саша, ты выстоял эту борьбу. И я такой. Где мое варикозное расширение вен? Я не поняла, я их ждала. Оно у меня. Ты забрал мое варикозное расширение. Ты мне плюнула? Да. Про питание, мне очень интересно. Прикинь, сейчас у всех будет непереносимость. Реально, вдруг будет непереносимость глютена. Слушай, у нас... Лактоза! Юлечка, так мы с тобой молочные няни? Так ты позёрка сегодня, позёрка была вонючая. Самый главный спортсмен наш. Конечно. Бокс, лыжные гонки. Ой, Саша сказал, лыжи, пойдем с тобой. Окей, шайба. А можно без шайбы? Пойдем на лыжи. И потом попьете вместе молока. И выпьем чашечку. И закурим. Кружечку молока и закурим. Я изучу этот вопрос, потому что у меня много вопросов возникло. Ну что, как ты? Я русский. Вот так вот мы узнали, кто из нас кто на самом деле. Моменты жизни. Я пошла выгуливать банан. Тут Юля. Girl dinner. Нейлсики покажи быстренько. Ну так. Он такие вот такая вот. Такая нежнятина сегодня. Такая нежнятинка. Шапочку тоже вот возьми. Быстренько рассказываем, куда мы сейчас поедем. Сегодня у нас культурная просветительская программа. Едем на спектакль по Гоголю, по Вию, по Веет всем. Ожидания твои. Холодно? Ну да, он с холодильника, я помыл его еще тебе. Girl dinner, girl dinner. Сегодня такие кокетки. Знаешь, на кого похоже? На эту, которая... Да, учителька такая литературы, такая. Сегодня я пойду посмотрю, потом расскажу своим ученикам. Посмотри. О, нашла. Липстик. Да. Ну все, готово. Чтобы перед Гоголем а ты понимаешь, что по сути мы будем смотреть с собой True Crime? И Гоголь тоже в своем роде True Crime. Да. True Crime вышел на новый вообще уровень. Как ты думаешь, сегодня убьют мужика? Я надеюсь. Ради этого мы и приехали. Пассажик. Сотрём. Мы вот в сцену, вот третий ряд. Красиво жить не запретишь. Мы сейчас поняли, что Юлечки-то мэтч. Я. Мэтч. Даже вот как-то незапланированно вышло. Ну, приятно. Хай, хай. Бабуся, мы с дороги сбились там на члену. Бабуся, в голодном брюхе, я в холодном поле. Спасибо, бабуся. А я куда? Ты туда. Благодарствую, бабуся. Давай быстренько, пока у туалета тут такая очередина. Мне понравилось. Только орали громко просто. Очень. Да. И эти визги. Да. Дома. Там, как будто бы я дома была. Видите мои крики, оры. Мужика не убили. А нет, убили. Убили. Фух, все, убили, Юля. Мы счастливы, мы рады. Не только мужик умер, все там умерли. Короче, хорошо. Мне понравилось. Самая красивая сцена у меня с сыном похорон была. Да? Когда был тюрьмой. Да, 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 очень красиво. Прикольно, прикольно. Он такой атмосферный, камерный, прям сама то. Молодые ребятишки играют. Прикольно. Да. Мне так нравилось, что там девушки играли и проституток, и инвалидов, и монахинь. Всех сыграли. А парни там что-то псины какие-то, эти казаки. Да, немножко такая. Да. Ставим лайк. Рекомендую. Можете сходить, не такой долгий, 1:20. Можно потерпеть. Это вам не 5 часов. All the way to the sun is white. Все для детей. Ну реально, мать, конечно, принесла. Дала жару. Ты как будто на рынке. С рынка просто. Уехала мать с Москвы, завтра на рынок торговать пойдет. Хлеба поедем. Юля, как ты... Последний на заводе забрала. Да? Турция ходит? Турция, конечно. Муж ходит в такой-то. Теснички начинаешь заказывать. Микаэла, тебе подарок. Это сразу, говорит, послушай, я тоже хочу такое. Послушай, послушай хруст безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Где хруст безе? Ну, я так и знал, что безе там нет.
Блин, чтобы в моей комнате все красиво выглядело, новогоднее украшение, там надо убраться. А то иначе все затеряется. Ну это проблематично. У меня уже все распланировано, у меня есть план макет, как все украсить. Чтобы... Ты собрал его? Ты елку сначала собери. Я не умею такое собирать. Микушек, тебе праздник! Я еще заказал вино, кстати, 90 рублей. Ой, слушай, хороший. 90 рублей. Нифига. Надень его как этот. Let it snow, let it snow, let it snow. Я богиня Нового года. Ой, и подарок там еще лежал. Ой-ой-ой. Что за радость-то? Подгон? Если еще работать будет. Пока это вот смотри, какой объем-то. А? Ой, так старости пахнет. А это что за чупакабра? Ну-ка. Боже мой, так страшный. Отлично. Просто 2023 год. Не поняла еще раз, что это? Это ветки? То есть отдельно их надо крепить еще ветки. Вот это конструктор новогодний, вот это я понимаю. И там еще украшения. Ой, я уже вижу первые моментики. Будешь есть? Ну давай, соберем. Уже сейчас? Сейчас уже? Да, давай. Мне кажется, рановато. Давайте подождемся. Не, давай просто соберем, а украшать потом будем. Не, давай соберем. По факту. А украсим потом в декабре. Давай, включай новогоднюю музыку, собираем ёлку. All the way to the sun is my soul. I'm avoiding the light. Как вам показать, я даже не знаю. Ну вот, пожалуйста, Юлечка. Она двухметровая. Будем хороводы водить. Подарки положим под елку. Ой, эти витражи. Юль, ну уже пошло украшенчество, я считаю. На минуточку сегодня у нас 20 ноября. А уже, кстати, многие люди украсили свои квартиры. В центре города уже украсили. Ты вон выйди в наши окна, посмотри. Саша, мои окна посмотри. Саша еле держится на самом деле. Он как увидел, как 4 ноября, как начали соседи украшать, он еле держится. Мы уже говорим, стоп. Ну что же, последняя веточка нашей елочки. 2 метра. У всех в конце четверти пятерки были. Если что, заберу обратно. Моменты жизни. Это просто сейчас будет разоблачение. В общем, мы сейчас смотрим 12-ю серию «Битвы сильнейших». И там у Александра Шевца происходит что-то невероятное. Люди разбивают яйца, и внутри них зародыши. Сейчас я вызов бросила Арине, говорю, давай попробуем. Что, они просто рукой разбивают? Да-да-да, они просто рукой разбивают. Да-да. А ты мне не верила? Давай. Двумя попробуем. Схалова. А как они разбивают? Я не знаю, потому что, блин, тут все подстава, шоу, Феря, смотри. Даш, ну что ты мне подставу-то показываешь? Не получается, во! Можно вот так вот, тогда разобьется. Ну, типа, смысл? У тебя сила распределяется равномерно, и, конечно, не получится. Ой, как это получилось? Я, знаешь, что вспомнила, мне помнишь мужика, который... Как открыть банку, когда у вас не получается? Открыл, извините. Как открыть баночку с огурчиками в кетчупе, не повредив крышку? Руками невозможно. Блять, открылась, ебаный рот. Извините. Расскажи быстренько. Ты специально им такие лица сделал? Нет, ну сделай дружок. Оп. Тоже не лучше. До массажа. После. Массаж лица, приходите, у пожалуйста. У нас Арина, между прочим, занимается массажами лица в Выборге. Кто из Выборга, смотрите. Расскажи свой путь, как так получилось? Вот. Интересность Twilight. До ковида можно было ездить в Финляндию. Uh-huh. Там продавалось вот такое прекрасное постельное белье. У нее еще есть этот. Как бы вот такой. Вот такой. Вот такая следивочка у нас какая-то такая. Мы немножко сняли, но ничего. Блин, это вообще имба, друзья. Помните, был классный мюзикл? Ну это просто, блин, на расхват. Возник у меня вопрос. Люди стараются делать однотонные какие-то постельные бельяшки. Арина пошла иначе. Миша, я так чувствую. Миш, я так чувствую. Сколько ему лет? Так, ну, может, не, да? Может, не для видео? Учитывая, что ему 10 лет. Нет, качество нормальное, даже не выцвел. Вон, мой любимчик. Какой фабрикс, какой details, боже мой, мама мия.
попадает. У меня начала снимать, я перестала попадать в нотки. Вот это времяпрепровождение. Я показываю игру свою, детство. Детство. Ну, честно, я пока подукачиваю. Ну, блин, извините, это с начальных классов тренировалось у меня это. Продолжаем пати. Ты что там пританцовываешь? Какой-то прикольный игра на ритм. А ты сама нажимаешь в таком ритме? Да-да-да. Ну вот он на духе играет. А я вообще не... Адриночка, покажи наш закадровый вообще момент, как мы работаем. Не помню я аккордов, собственно, много порядков. Попросили Олю постоять, она слишком красивая, пришлось забрать у нее работу. Обиделась и ушла, вот, прикрепили чудесным образом. Скотч ему голова. Отвлекалась. Да, слишком красотой своей, не могу сфокусироваться просто. Вот так вот будем с вами работать. Вы думали, что все помнится наизусть? Лично у меня нет. Ну, конечно. Грин апельсин, тем более, песни сложные. Начинаю волноваться, понимаете? Потому что работа в компании, в коллеге, в комьюнити, все дела, как бы все друг от друга зависят. Вот это все, поэтому начинаю чувствовать, немножко сыплюсь. Нитью вслед тянется за ней аромат сладкий. Ага, это так дыхание. Давай, нормально, мы сняли ровно половину, а Делина мне просто сегодня космически помогает, реально туплю, да нельзя, просто жесть. Не только подруга, но и менеджерка, понимаете? Я как Крис Дженнер. Почему? Но она же менеджер, когда ж я на коне, вот менеджер. Делиночка, у нас тоже пришла работать. Сегодня все работают рабочего характера, настроения Оля. Оля без Оли никуда просто. Процесс встал. Да, Оля села, все встали. Шла звук, с которым сейчас будем снимать. Все, Оль, припахали сегодня. Поработать немножечко, девочка. Ну, чуть-чуть-то можно? Раз в год-то можно поработать? Немножко. Вот типа такого. Мы снимаем на колготке драную? Где? Смотри, мы такие с Дашей напротив укулеле. Вот так и снимать в ТикТоке у нас. Хорошо. Это клоун. А я напоминаю, друзья, товарищи, что в укулеле-центре действует специальный промокод KIRPISH21, который дает скидку на любой инструмент. Представленный не только мой, но мой. Вы тоже знаете, где найти. И также различные аксессуары к ним. Обязательно пользуйтесь, и будет вам счастье. Торжественно продаю вам вот такой это же лот. Лимитированное просто. Лот на... Сейчас вам расскажу, что нету. Это за... О! Опа! С чехлом достаточно. А мне с чехлом, все, да, подруга. У тебя еще книга это тоже с аккордами. Есть. Давай. Как выглядела раньше брошюрка Flight. Да, да. Вот это было бы прикольно подснять. Сейчас мем вышел с-под контроля. Flight до этого выпускали прям сразу хорошие укулельки, сразу то, что есть у меня, например, как подписная. Нет, все было своим чередом. Например, мы надыбали. Просто отдали на меня немножко тут. Прогрела. Говорю, зачем тебе нужно вот это вот? А покажи, как она выглядит. Смотрите, как она отличалась. Во-первых, у нее голова грифа в виде тюльпана. Порожечек. Сейчас порожечек. Вот такой вот, ну, то есть резной. Это просто раритет. Это уже не найти. Только на закромах, по связям и прочее-прочее. Ну, дальше посмотрите, у меня кто. И вот такой чудесный чехол. Ну, чехол, да, кстати, классика. Чехол наша. Не особо изменился с тех времен, учитывая, сколько лет вообще вот данной коллекции. Ну, вот. Да, это укулеле-то, наверное, надо. Я точно уточню, сколько ей лет, но мы мне кажется, лет 10. Ну, да. Прям нормально. Это прям винтаж. Это винтаж. Это очень круто. Я еще такая говорю, еще вот такие зачем аккорды. Тебе вот это надо? Говорю, зачем тебе это? Она такая, ну, блин. И Даша через 10 минут такая. Говорю, я тоже хочу. А как мне такую получить? Мне в Питер ее отправят. Просто реально совпало. Еще мама у меня любит орхидеи, ты посмотри. Ой, это, ну, урвало. Урвало. Тетка лезла. Урвало. Тетка лезла мне под руку, хотела забрать эти два. И я сказала, хэнде хохман давушка. В общем, короче, вау, поеду. Я еще с собой брала акулельчик свою подписную для следующего мероприятия в моей жизни. Еще это возьму. Красивый. Это винтаж. Вот еще вот такие прям... вот есть. Были, да? Вот? Ну, были, да. Сейчас вот наша. Найти. Вот такая, как будто такую я даже вживую видела. Да, по-моему, тоже где-то видела. А вот тут тоже... А вы заметили этот какой? Калаш-то какой был? Вот это дизайн, вот это я понимаю. Ну, тоже, это классно, это блин, это офигенно. Моменты жизни. В ТикТок хаос сегодня попало. Сейчас будем стримить с Леночкой.
Да. Давно этим вообще не занималась такими вещами. Я за топ, на постоянной основе. Реально, два раза в неделю. Каждый раз захожу к ней на стрим, кидаю ее, одариваю ее розами, говорю, какая она богиня. И да, ухожу вести уроки. Все такие пишут: Даша, привет, Даша. А Даша уже ушла. Не часов не чая, послушно сердце выключая. И ты в песке, как будто в бронзе. Прости меня, моя любовь. Очень важное мероприятие. Каречка работает, Каречка на месте. У нас рабочая девочка. Кареч, ноль внимания вообще. Я реально не узнала тебя. Такая красивая. Привет! А вы помните, кто у нас такая Карина? Карина у нас работает дома история. Ну что, Кариш, чувствуешь? Гордость, конечно. Рядом со звездой стоишь, видишь, с одним из школы. Я потом покрываюсь от счастья. Ну, Кариш, ну прям настолько. Да потому что, вот знаешь, если бы не наша совместная школьная жизнь, возможно, ты бы не стала центром. Я тоже думаю. Тоже думаю. Мне кажется, я получила как бы фундамент. Это мои. Это мои. Да, вот, ну. Полистай на камеру. Ну, полистай на камеру. Я поиграйся, написала. Поиграйся. А то скоро у меня ремонт должен продолжаться. Давай, чтобы зрители захотели, купили. А вы читали мою книгу? Обязательно. Давайте вырежем. Ну, вы смотрели хотя бы картиночки? Конечно, картиночки не читаю. Все, спасибо. Видишь, Кариш, вот так вот надо и работать. Блин, Даш, я знаю. Это мой, кстати, каподакстер. Блин, прекрасно. Надо этих спрятать для себя еще. Вот, научитесь вот. Играть на укулеле. Да, да, да. Еще вторая. Кариш, продолжаем пати. Все, вот, поигрались. Оп, оп. Угу, оп. Распаковочек. Угу. Это вот прям фрешик. Я еще нигде не анонсировала, даже не сделала где-то. Ну, я вижу, она прям свежак. Она. Вообще. Угу. Зависть всем. Ну, зависть это, конечно, такое. Нет, цвета очень приятные. Спасибо, Кариш. А вы помните, где у нас Кариш работает? Кто я, собственно, такая, откуда у меня музыкальная база, как я пошла к укулеле, и почему, в принципе, укулеле сейчас на данный момент очень демократичный и доступный инструмент в целом, в принципе, в музыкальной индустрии. Получилось так, что все мое образование как таковое, оно связано с музыкой. Мы берем с вами правую руку, у кого правая рука есть, отлично, у кого левая чуть позже, и будем стучать вот здесь вот. Отлично, 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 отлично. Шикарно. То, что вы сейчас сказали, оно со временем придет. Если вы почувствуете, что оно надо, вы будете тренироваться дальше. Вот поэтому есть чудесные две методички, я их разбила на несколько как бы, частей. Например, вот эта вот вещь, она поможет именно петь и играть, то есть именно аккомпанемент. То есть вы возьмете инструмент куда-то в горы, или, не знаю, там, на пикник, на дачу, сможете спеть свою любимую песню. Вот, ну, это Шлягер, это естественно. А вот это, например, книга, да, если вы, например, захотите именно научиться играть, вот то, что вы сейчас играете, называется фингерстайл, то есть игра пальцами. В целом, выступила я отлично. Мне прям даже после мастер-класса сказала редакторка, и люди такие, типа, кто был на мастер-классе, типа, вау, крутой мастер-класс, цветочки подарили, и вот такая вот теперь спикерка. В целом, прикольно было, потому что немножечко другой формат работы. Это не музыкальный магазин, как я обычно это делаю. Прям реально зашло. Прям рада вживую увидеть тех людей, с которыми мы работаем, стручим, пишем книги, редактируем. Прикольно видеть причастность и к этой стезе моей работы. Ну, народу действительно много, все что-то покупают, читают. Прям вау, реально книжный базар. Ну а я напоминаю, если ты обожаешь смотреть влоговый формат, то на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на Boosty. Вот эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, всякие фишки, плюшки, приколюшки. Ну а самое главное, мое почтение. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.